Самопроголошений чільник Білоруси знову заговорив про ядерну зброю. Лукашенко каже, буцімто її з Росії вже в повному обсязі перевезли, тобто те, що обіцяв, нібито Путін і зробив. А напередодні ж Лукашенко літав до Росії. Були полум'яні обійми з Путіним, взаємна хвальба, і все це ми далі спробуємо проаналізувати, якщо є що аналізувати, звісно. Політик-координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков з нами на зв'язку. Пане Андрій, вітаю вас. Добрий день. Слава Україні, живе Білорусь. Героям слава. Скажіть, будь ласка, чи варто звертати увагу зараз на ці заяви Лукашенка про ядерну зброю російську, яка буцімто вже перебазована до Білоруси, принаймні те, що обіцялося? Чи все-таки це більше таке говоріння для власної аудиторії? Ну, ви знаєте, як було таке, був старий такий анекдот, контекст важен. Да? Тобто це було в... В России для того, чтобы понравиться там, для того, чтобы сказать, какой он преданный союзник. Надо еще вспомнить, что кроме этого он обозвал Жозепа Борреля дураком, который ничего не смыслит в политике, а армян умными, потому что у них нет евреев. Ну вот с этой точки зрения надо, наверное, рассматривать эти заявление. Хотя опасности преуменьшать нельзя. Но в данном конкретном случае у меня не было никаких подтверждений, что ядерное оружие уже размещено. Вспомните, сколько раз и Путин говорил, что уже двигается, и Лукашенко говорил, что уже все готово. Я могу повторить только, что организовать хранилище ядерного боеголовок не такая простая задача, требует определенного времени. И пока я не видел, чтобы оружие находилось на территории Беларуси. Вот это он говорил, слушайте, про Бореля, про вірмен, про евреев. Якийсь потік свідомості просто. А, власне, чого літав? Бюджет якимось чином там просити на наступний рік? Чи чого таке візитувати? Ну, звісно, вони літають завжди з одною цілею – денег випросити. Тому що ситуація плохая. И следующий год, наверное, будет еще хуже. Прогнозируют там, даже по официальным прогнозам небольшой рост прогнозируется, а по прогнозам более авторитетных источников это будет в районе 1%, а может быть и минус. Поэтому, в общем-то, да, всегда у него идет торговля, но за это он что-то должен давать Путину. А дает он свою территорию для войны против Украины. И, в общем, это, наверное, главный товар, который он сегодня торгует с Путиным, говоря о том, что вот я же союзник, я же даже военный союзник. Ну, вот это вот, наверное, главное. А він торгує тим, що вже було? Тобто тим, що російські війська через територію Білорусі в Україну заходили? Чи ви не виключаєте, що може бути повторення ще такого? Принаймні, спроба такого сценарію ще раз. Ну, во-первых, нікому не треба виключати. Нам ні в коєму випадку, вам ні в коєму випадку не можна виключати. Тому що, смотрите, тактика ведення війни зі сторони кремлівських убійств, вона не змінилася. Останні дні це підтверджують. Це обстріли гражданских сооружений, мирного населения. Это просто убийство. Это война настолько за пределами даже привычных каких-то установленных и неустановленных правил ведения войны, что просто поражаешься, насколько это может быть, вот эти зверства до сих пор продолжаться. Поэтому я думаю, что в основном идет речь о том, что он делает сегодня, предоставляя территории не только для расположения российских войск, но и для лечения, для похищения украинских детей и так далее. Но я не исключаю, что и ведутся разговоры и о том, что территория может быть использована так же в будущем, как она и была уже использована.
Як отримує зараз Лукашенко гроші від Росії? Тобто просто напряму чи як раніше? Тому що ми пригадуємо, що до 22-го року режим Лукашенка був таким свого роду паразитом. Наприклад, якщо дивитися на продаж бензину чи дизельного палива. Тобто вони отримували там нафту з Росії, переробляли і прекрасно на цьому заробляли. До речі, і Україна величезну кількість цього бензину і цього дизпалива купувала до 22-го року. Тепер вся ця лавочка прикрилася. Якась нова відкриється? Ну, во-первых, списывается долг, во-вторых, даются деньги непосредственно, в-третьих, платится за услуги. В общем-то, ну, вы правильно слово подобрали, паразит, да? А паразит уже, почувствовав, что можно паразитировать, он уже не будет работать. Просто-напросто экономику не будет поднимать. У нас абсолютно такая командная экономика, где кнутом пряников никаких нет, только кнутом, в общем-то, регулируют все экономические процессы. Пряники приберегают для силовиков, которые этот кнут держат. Вот такая вот экономика. Поэтому он, естественно, зависит от денежных вливаний Кремля, но не только. Санкции, которые были объявлены, их легко обходят. И, как ни странно, вот те государства, которые в авангарде жесткой риторики по отношению к Беларуси, они являются лидерами в торговом импорте, в целом в товарообороте с Беларусью. Это такие страны, как Германия, Литва и так далее. Вот. К сожалению, и Украина в последнее время начинает занимать более мягкую позицию по отношению к Лукашенко. Поэтому я просто хочу в очередной раз повторить, что никаких возможностей Украине прорваться, если будет существовать диктаторская Беларусь с прокремлевским режимом, просто-напросто не будет. Потому что эта опасность будет существовать не только всегда в таком случае, но она будет усиливаться. Але, на щастя, імідж Лукашенка зараз в Україні кардинально змінився, тому що до 22-го року, і це мене завжди дивувало, він був одним із закордонних політиків, якого найбільше любили українці. Це просто загадка для мене, як таке могло бути, дивлячись на цього персонажа. Зараз він перетворився на цілковите посміховисько. Ну, тобто, такий, знаєте, не хотілося б мені цей жаргон «шістка» використовувати. Такий не буде подавлятися Путіну. Ну, власне, це такий, знаєте, прислужник перед Путіним. І от черговий раз він цей статус підтвердив, перебуваючи у Петербурзі, де він сказав про те, що буцімто президент України починає усвідомлювати і розуміти необхідність політичного вирішення війни. Лукашенко натякає на перемови. Це підігрування Росії? Ну, я думаю, це пряме поручення. Тому що сьогодні, да, дійсно, він виконує поручення Путіна. Ну, а то, что он привык говорить за всех, так это вот такая особенность. А то, что у вас было, это не только вас удивляло, нас это очень сильно удивляло и, естественно, не радовало, что он был очень популярным политиком. Но, в общем-то, надо, наверное, задуматься, что этот образ ему создали не белорусские медиа, а все-таки украинские медиа, которым народ больше доверяет. И в этом плане хорошо, что сейчас отношение поменялось, но я просто знаю, как быстро меняются отношения, и, в общем-то, это или не надо продолжать, пока все преступники не перестанут перед судом, в том числе и Лукашенко. Я не думаю, що воно знову може позитивно якось змінитися до Лукашенка, особливо після подій 22-го року, коли російські війська через Білорусь в ту ж Бучу зайшли. Ну, принаймні, мені би хотілося вірити, що ця думка не зміниться знову на позитивну. Добре, з цим зрозуміло. Є ще цікава новина, повідомляє її нам литовський суспільний мовник, про те, що у Білорусі за рік затримали 125 людей, які повернулися з-за кордону. І найчастіше затримують тих, хто був в Литві. Але дивіться, тут
скажімо так, медаль з двох боків. Тому що, з одного боку, це можуть бути люди, яких підозрюють в лапках в роботі на Захід, але з іншого боку, от є таке маленьке литовське містечко Друзкінінкай. Воно дуже близько до кордону з Білоруссю. І навіть оці білоруси, які підтримують режим Лукашенка, залюбки їздять в Друзкінінкай скуповуватись європейськими товарами. Тому однозначно не можна говорити про те, що туди їдуть тільки люди, які там виступають проти режиму. От я попрошу вас тоді прокоментувати, чому так відбувається, чому цих людей затримують і хто вони, ці люди? Ви знаєте, треба сказати, во-первых, що в Білорусі теж йде війна. Против собственного народа этот режим воюет, причем воюет так, что сегодня у нас политзаключенных, а их можно назвать, если я говорю о войне, военнопленными, больше, чем военнопленных украинских в российском плену. То есть это ведется война с народом, и делается все, чтобы страх не отпускал, чтобы репрессии усиливались. И это один из видов репрессий, причем здесь надо что сказать? Что создана, тут более вопиющие случаи. Лукашенко создал такую так называемую комиссию по возвращению. Ну вот наивные люди, которые поверили этому, что вот приедут они, скажут, что неправы были участвовать в протестах, и все будет хорошо. Нет, недавно вернулась женщина и получила 10 лет тюрьмы. Именно через это комиссия попыталась вернуться. То же самое происходит и с теми, кто рискует вернуться. На границе проходит тщательный обыск, смотрят телефоны, заставляют показывать все абсолютно мессенджеры, все абсолютно соцсети свои. То есть каждый белорус знает, что надо перед границей удалять все материалы, причем как в ту, так и в другую сторону. Вот. Это идет такой, знаете, у нас режим сегодня, он на самом-то деле даже не позднего совка, а это правят сегодня в Беларуси наследники вот тех самых чекистов, которых свозили из деревень, неграмотных, необразованных, и которые свозились в большие города только с одной целью, чтобы уничтожать культуру, уничтожать историю, уничтожать память. А вот этим они занимаются, у них каждый человек, у которого есть мозги, у которого есть образование, это враг. Потому что ценности в жизни другие, то есть они просто отсутствуют. Поэтому это вот наследники тех, которые, размахивая маузерами, уничтожали всех, в том числе и в Украине, в том числе и в Беларуси, я говорю не только о России. То есть мы должны помнить те времена, потому что каким-то неимоверным, через какой-то неимоверный кульбит именно они вернулись, а не какое-то естественне розвиття відбуватися стало у нас. Я розумію складну ситуацію в Білорусі, але даруйте, я би все-таки не порівнював ситуацію з затриманням Білорусі у своїй країні з українцями, які є зараз в полоні у росіян. Я говорю, що число большое, тому що ви знаєте, тут я не сравнюю ситуацію, і ви знаєте, що ми всі, хто против режима Лукашенко, стараются помогать, чем можем, Украине. Да? Просто здесь вооруженная банда сажает людей в тюрьмы ни за что. Да? Только за то, что они когда-то выказывали несогласие с этим режимом. Поэтому я говорю, что у нас политзаключенных можно считать военнопленными. Зрозуміло, тепер все зрозуміло. Є цікава новина, повідомляє її видання «Інсайдер», про те, що мігрантів, які намагаються знайти прихисток в Європі, пересилають з кордону білоруси на фінляндський кордон. Тобто, знаєте, оцю кризу, яку зараз Росія створює і тисне на Фінляндію, і виходить, що, по суті, це одні і ті ж самі люди. Хоча тут це формулювання «шукають прихистку» теж доволі специфічне, тому що, наскільки я розумію, цих людей централізовано ж звозять до Росії, а потім відправляють до Фінляндії, так? Це схоже, що було на кордоні з Польщею? Звісно, це одна операція, в якій участвує і Кремль, і Лукашенко. От вона, ми це бачили все, це ніяк не мігрант, не кризис мігрантів, це операція в рамках воєнної операції. То, що Путін вне себе від ярості, от того, что Финляндия вступила в НАТО, уже вступил. Да? То есть он думал, что это вообще невозможно.
Вот. И он же не хочет додумать до конца, что это его правление привело к этому. Он лично способствовал вступлению Финляндии в НАТО так, как никто другой. Да? И понятно совершенно, что он сейчас пытается нагадить где только можно и как только можно, в том числе и Финляндии. Тобто, коли Росія вже сконцентрувалася саме на Фінляндії, загрози білорусько-польському кордону немає, чи все-таки ця точка теж зберігається, як така гаряча? А що мішає? А що мішає там, тим більше, що там у Білорусі нет границ з Фінляндією. Ну, є у Росії, поэтому Росія буде действовать там. Лукашенко буде действовать здесь. Нет, угроза сохраняється, угроза Україні, Польщі, Литві сохраняється. Тобто це те, що можуть задіювати. Я читав цікаве дослідження українських аналітиків, де вони досліджували от ситуацію українсько-білоруських відносин останніх років. Вони акцентують на тому, що українська влада має доволі мало контактів з політичною, ну, принаймні вона так себе називає, політичною опозицією, яка за межами Білорусі знаходиться. Тихановську маю на увазі. На вашу думку, чи правильна ця позиція зараз української влади? Ну, я не можу сказати, що вони зовсім не контактують, але принаймні якихось частих офіційних візитів, зустрічей, розмов немає. Ну, я не буду коментувати Тихановську, тому що я не відношусь до цієї групи. Но то, что не хватает контактов, это да. То, что нам нужны, и то, что фактор Беларуси не так учитывается, как должна была бы Украина учитывать, именно с точки зрения безопасности. Это да. Вот я могу похвастаться, да, немножко. Я вот выпустил, не знаю, видно, нет, такой сборник статей, в котором участвуют тоже и украинцы. Беларусь в НАТО. Вот. И здесь как раз и говорится о том, что без выпрямления вот этой линии, без вступления Беларуси в НАТО, без обеспечения демократического и свободного развития Беларуси, Украине постоянно будет угрожать опасность. То есть не именно вот того плана, который мы видели в прошлом году. И поэтому нужно уже сегодня, когда Украина говорит о гарантиях безопасности, нужно говорить о том, что эти гарантии должны включать свободную европейскую Беларусь. Да? Потому что процессы очень быстрые, процессы динамичные. Сегодня, казалось бы, Кремль и Лукашенко что-то контролируют, но это может взорваться и рухнуть одномоментно, потому что ну, ситуация для этих режимов очень шаткая. Поскольку они ввязались вот в эту совершенно дикую войну против соседей, против Украины, поскольку они стали изгоями уже во всем мире, даже те страны, которые с ними поддерживают дружеские отношения, они делают это так немножко с опаской. Да, мы знаем, что Китай пытается играть на интересах, преследуя прежде всего свои цели. А другие государства, которые могут влиять на ситуацию в нашем регионе. То есть они открыли еще и возможность влиять на себя для других авторитарных режимов, что является опасным для всего региона, но прежде всего для этих властей в Кремле и в Минске. Поэтому не стоит забывать о том, что быстро очень все меняется, может, в этом мире. И именно исходить из интересов национальной безопасности всего региона, когда мы говорим о своих интересах. От зараз, пане Андрію, буду вас спеціально провокувати, попереджаю одразу. Ви говорите про те, що гарантії безпеки для України якимось чином мають бути пов'язані із демократизацією Білорусі. Але все це схоже теж і до випадку, які були з Грузією, коли там почали заявляти про те, що там гарантії безпеки для України мають включати певні грузинські інтереси. І отут виникає якраз у мене провокативне запитання. Чому ми, українці, маємо вирішувати ваші проблеми? Що це наші проблеми? Я маю на увазі вступ до НАТО, там, демократизація Білорусі. От зараз роблю провокацію в прямому ефірі спеціально.
Ну, во-первых, Грузия не граничит с Украиной, если я не ошибаюсь. Вот. А из территории Грузии не было нападения на Украину, если я не ошибаюсь. Что-то не изменилось в последнее время. Вот. А то, что... Посмотрите на карту, и вы увидите, что над вами нависает такой балкон белорус, как мы это называем. Да? И этот балкон, если он находится в лапах диктатора, он опасен для Украины, он опасен для Литвы и для Польши. Потому что Украине он уже показал, что насколько можно легко поучаствовать в необъявленной войне кремлевского сумасшедшего. Вот. Для Польши и Литвы всегда был достаточно большой проблемой так называемый Сувалский коридор. Да? Mm-hmm. Это маленькая такая ниточка, которая тянется по границам Польши и Литвы к Калининграду. И если организовать танковый прорыв, который, напомню, отрабатывался в 2009 году на территории Беларуси во время учений «Запад-2009», то можно понять, как легко отсекаются балтийские государства от основной Европы. А дальше – дальше. Да? Потому что, по-моему, уже все говорят, что Путин не остановится в Украине. Поэтому Западу надо думать, как выполнять все-таки свои обещания. Вот они притормозили и тут же сами оказались в тяжелой ситуации, политически я имею в виду. Тем более, что там множество выборов предстоит, и не в лучшем свете к ним подходят правящие партии, которые могли бы нарастить свой авторитет путем помощи Украины. Поэтому посмотрите, если выравнивается эта граница, тогда Украина будет граничить с демократическим дружественным государством. Это лучшая гарантия вообще безопасности, какая только может быть. И поэтому я об этом говорю. Я понимаю, что сегодня мы в очень тяжелом положении, но я считаю, что уже сегодня нужно нам, белорусам, да, закладывать платформу нашего вступления в НАТО. Перестать разговаривать о каких-то мифических сценариях нейтралитета, которые еще до сих пор упоминаются. Не будет никакого нейтралитета в нашем регионе. Будут либо с НАТО, либо с Россией. Это Россия сделала, это не мы сделали. То есть не мы и не вы. Вот. И потому это абсолютно не провокационно, это правильный вопрос. Я хочу их больше слышать для того, чтобы вот мы говорили о том о присутствии Беларуси во внутренней повестке дня Украины. Вот об этом надо тоже говорить. О вопросах безопасности. Я вам дуже дякую. На жаль, мусимо поставити крапку. Ви мою провокацію розбили повністю. Тобто в мене немає жодних аргументів, за що вам дякую. Андрій Санніков, політик, координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь», з нами був на зв'язку.